Сегодня буду штукатурить эту стену третий день. Так как слой очень толстый, этой штукатурки, и процесс толстого слоя нужно делать поэтапно. На эту стену я накрутил вот такие вот саморезы. Эта стена была как ежик. И вот я подошел к той точке этой комнаты, когда уже подошла очередь клеить плитку. Вот, когда я договариваюсь, меня ждут, например, 1 год, 2 года, 3 года, и мы начинаем ездить по магазинам, женщины всегда думают, что купил плитку, все, начинаю работать. Вот смотрите, как много этапов дойти до укладки плит на стенку. И сколько времени это ушло, а сколько денег ушло, этого никто не знает. И в процессе работы, вот именно на этих вот этапах, до укладки плитки на стенку, начинается нервная обстановка. То есть уже деньги потрачено очень много, и все это ушло куда-то. И этих денег-то и не видно. В процессе этой работы вообще не было видно. И вот я, скажем, 9 числа начну укладывать эту плитку. Вот уложу эту плитку, а эта стена не высохнет. Не высохнет, значит, плитку ложить не буду. Вот такие вот проблемы с этими маленькими комнатами. Конечно, у меня теперь угол 90 градусов, здесь тоже 90 градусов, кроме вот этой стены. Вот эта стена, конечно, не 90 градусов. Я уж тут ничего не могу сделать. Если ее делать 90 градусов, то надо дверь ломать и эту перегородку всю тоже ломать.